Здравствуйте. Сегодня 2 ноября. Листья на яблонях еще есть. Это яблоко груша. Знаменитый фильм о нем в Ютубе выложенный. Видно, как он дед уже плоды собрал. И готовит к зимовке. Яблоко Семеренко тоже видно, идет формировка. А вот это вот растение, где же оно прячется? Так, это груша, малина. Вот кто-то стульчик поставил для деда. Так, молодцы. Вот это она прячется, уже маленькая. В прошлом году грозди давала, и в этом году грозди. Дед уже, правда, объедает, вот они такие. Это черноплодная рябина. Вот они здесь тоже видно, вот они, грозди висят. Дед уже ветку одну объел и вторую объел. Вот еще одна гроздь. Черноплодная рябина. Арония. Поливитамины. Лучше всяких трамадолов. Пару ягод берешь и нормально чувствуется сладость. После заморозка вкус рябины немножко, но рябина, я бы сказал, она не очень. А эту можно есть ложкой прямо. Да, и сахара можно не добавлять. Она сладенькая, косточки вообще не чувствуются. Ну, еще. После мороза она сладкая. Такую прелесть, маленькая, а уже, смотрите, 2-й год и так плодоносит. На каждой ветке он, дед поставлял по грозди, чтобы не перегружать растения. Растения, это он уже объел, и эту я только что объел. А эти веточки вот на следующий год будут давать плоды. Видите, уже идет формировка, заложена. Первый ярус. Второй ярус, вообще бы желательно второй ярус хотя бы через полметра, 600-700. Ну, первый ярус будет хороший. Получается здесь вот 6 штучек, нормально. Ну, можно оставить будет, не, 6 штучек будет как раз то, что надо для растения. Вверху можно будет 4, там, посмотрим, 5, как будет вести себя. И он маленькая, уже видите, с ягодкой. Там было 3 ягодки, одна где-то затерялась. Вот она такая. Первый год уже ягодку дала. Было 2, где-то одну съел. Сладко. Класс. Листьями укрыл. Там слизняков для ежика. Это вход для ежика, чтобы он заходил сюда. Он там залазит и роет, начинает прерывать. Слизни всех собирает. Спасибо.